Там рефери уже мокрый, по-моему. Оп! Вот вы видели все, дорогие друзья. И таким образом титул чемпиона Европы вы видели. Короткий удар, мне даже непонятно, как его апперкот этот был или сбоку там. Очень сложный такой удар. Вот давайте еще раз посмотрим с этой точки. Вот. Вот, точно в подбородок попадает Владимир Вирча своего соперника, и бой завершается. Бой завершается, пусть не нокаутом, поднялся на ноги все-таки Паоло Видос, но мне кажется, что он уже не будет больше продолжать после такого.